продолжай. Там мы сняли. Давай, давай, колись. Двух девчонок. Так это зашибись. Девчонки крутили модные песни. Лэри играла красная плесень. А мы им дали кассету другую. Кассету с попсою, кассету крутую. Слушайте лучше, девчонки, попсу. Там ла-ла-ла-ла, там лу-лу-лу-лу. А в плесени вашей там просто фигня. Там девчоночки, девчонки, сандалики в ручонках. Попса, ведь это круто, давайте танцевать. Мы два крутых парнишки в коротеньких штанишках. Хотим мы очень с вами сегодня погулять. Солнце, воздух и вода. Это, братцы, круто! Закаляйся каждый день и каждую минуту. Слушай по утрам попсу. Делай физзарядку и с девчонками пляши, подбивая пятки. Ноги на ширину плеч. Немного нагнуться и плавными движениями вперед-назад. Делайте физзарядку. Точно так же можно танцевать на танцполе под вот эту прекрасную песенку. Девчоночки, девчонки, сандалики в ручонках. Попса, ведь это круто, давайте танцевать. Мы два крутых парнишки в коротеньких штанишках. Хотим мы очень с вами сегодня погулять. Ромашки на лугу моем. Ты меня, милашка, не узнала в нем. Я иду весь клевый с мафоном на плече. Чтоб поставить эту песенку тебе. Бе-бе-бе-бе-бе. Девчоночки, девчонки, сандалики в ручонках. Попса, ведь это круто, давайте танцевать. Девчоночки, девчонки, сандалики в ручонках. Ведь грязи по колено у метрополитена. Сандалики в ручонках, попса, ведь это круто, давайте танцевать. Мы два крутых парнишки в коротеньких штанишках, ведь грязи по колено у метрополитена. Блять, блять.
ж нам тухо. Я в это поверить никак не могу. Зачем ты тональным намазалась кремом? Да. Ведь пух на лицо прилипает мгновенно. Давай, давай, давай! Мои тополя расцвели уж тогда, а ты стояла под тополем, глядя на меня. Не мог узнать я тебя, девчоночка моя. Вот как жестокий весной с людьми тополя. Да, да, да. Твоя силиконовая грудь, как мегабол.
солнце, в море теплая вода. Девчонки загорают на пляже, как всегда. Я платье оттопырю, залезу в воду я. Девчонка подмигнула мне, скорее иди сюда. Пока кричал девчонке, я ты жди, сейчас приду. И тут попал я резко под огромную волну. Меня перевернуло, плавки в сторону снесло. Как выйти мне без плавок, вот же ж бляха западло. Туда, сюда, туда-сюда, обратно под дно. Он ищет плавки, и это неприятно. Вот же ж бляха западло. Туда, сюда, здесь мутная вода. Как выйдет он теперь, не представляю я. И выйти не могу. Девчонка машет мне рукой, а я в ответ молчу. Ведь не скажу девчонке, я что плавки потерял. Поэтому и плаваю, ныряю как. Она мне пивом машет, а я в ответ молчу. Крепчаюсь и мужаюсь, но плавки я ищу. Я понял, не найти мне их, и стал я блефовать. Пусть думают, что очень я люблю в воде нырять. Туда, сюда, туда-сюда, обратно под дно. Он ищет плавки, и это неприятно. Вот же ж бляха западло. Какой крутой пловец. Девчонки удивляются, да просто молодец. Наверное, любит море он. Наверное, вырос в нем. Наверное, многоборец и великий чемпион. А я ныряю в море, как последний идиот. И жду я с нетерпением, когда же ночь придет. Когда смогу я выйти и штаны свои одеть. И убежать подальше, чтоб на море не глядеть. Туда, сюда, туда-сюда, обратно под дно. Он ищет плавки, и это неприятно. Вот же ж бляха западло. Туда, сюда, здесь мутная вода. Как выйдет он теперь, не представляю я. Вот же ж бляха западло. Туда, сюда, туда-сюда, обратно под дно. Он ищет плавки, и это неприятно. Туда, сюда, здесь мутная вода. Как выйдет он теперь, не представляю я. О, зараз, хлопці, історія. У 16 веці Україна стонала от набігів турецьких яничар. Тисячі запорожців були угнані в турецьку неволю. В Турції запорожці перекрашувались, сніг знімали номера, а там їх перегоняли в Польщу, як мерседеси. Шестого солнце светит в глаз. Со мной девчонка рядом. Значит, ты не пианист. Немного потянулся, открыл второй я глаз. Еще одна девчонка. Ну точно, ты не пианист. Я тихо встал с постели, чтобы их не разбудить. Достал в кармане спички и вышел покурить. Взглянула ясно небо, настроение класс. Но тут его испортил какой-то пианист. Он играл на трубе и пел про любовь луне. Он на нервах играл, он сонет сочинял, и всех он достал уже. Я стою на пляже, разбиваю квас. Рядом загорает какой-то металлист. Он занял мое место и гамбургер жевал.
точно металлист. Я тихо выпил кружку, в бильярд пошел играть. Забрал свою подружку, мол, хватит загорать. К тому же в это время обеденный был час, но громко его портил все тот же металлист. Он играл на губе, тарахтел на трубе, по гитаре ногами стучал. Он на нервах играл, он сонет сочинял, и всех он уже достал. Я залез на вышку и в воду я нырнул, но вдруг случилась лажа, я чуть не утонул. Я сбил кому-то маску и повредил балласт, ведь в этом месте плавал какой-то водолаз. Он стал тонуть с испугу и жестами махал, баллон опустошился, он ласку потерял. Меня схватил за плавки, за ноги и за таз, и вот тогда я понял, что он точно водолаз. Он орал под водой и махая ногой, ласту свою искал. Он на нервах играл, он сонет сочинял, как он меня достал. Когда советские войска оккупировали Бессарабию, говорят, солдаты стали приставать к местным женщинам, мол, давайте. Ну, а они, мол, давали. С тех пор их так и прозвали молдаванками. Ну, за советские войска! Проснулся, когда вздохи услышал. И чтоб утешить Зину, с красивой упаковки он вышел. Ну шо ты плачешь, дура? Тебя купят и все клево будет. Мужик с огромным пузом на ночь тебя надует и полюбит. А! Да нет, я не про это. Любви хочу я нежной и вечной. Презервативом вдруг задница стала смеяться. А ведь ты же одноразовый, скоро в унитазе будешь купаться. Услышав эти споры, включился моментально вибратор. Поверьте, секс с любовью совсем неразделимы, ребята. Когда же вы заткнетесь? Вмешался набор мазохиста. Любовь должна быть грубой и жесткой, как удар культуриста. И тут зашелестел журнал «Playboy» по страницам. Ну хватит вам орать, чего вам среди ночи не спится. Вот так за ночью ночь в секс-шопе о любви все мечтали. А днем ходили люди, кого-то для себя покупали. Зимой, весной и летом и осенью любви всем хотелось. Об этом в нашей песне. Об этом песне и пелось.
смотри, Баткин, плейбой Джеймс Бонд. Тоже мне еще Бандерас нашелся. Бандерас нашелся. Шелся. Девочки, послушайте новость. Карлсон залетел. Он ждал малыша. Я у девушки юной был ночью в гостях. Утром еду домой я на тачке своей. Как всегда забиваю дежурный косяк. Чтобы ехать мне было чуть-чуть веселей. Ай, косяк, мой косяк, ай, косяк, косячок. Я один закурил, забиваю другой. Друг сержант из ГАИ тормозит мой машин. Помоги, говорит, помоги, дорогой. Говорит, поломался совсем наш мотор. Дотяни до поста, а иначе каюк. Отвечаю, конечно, какой разговор. Прицепляй к моей Вольво свой развалюх. И они прицепились ко мне и щаки. 50 километров мой Вольво пошел. И уже перестал я считать косяки. Ай, кумар, хорошо, ай, кумар, хорошо. Ай, косяк, мой косяк, ай, косяк, косячок. Я один закурил, забиваю другой. Оглянулся назад, о, Аллах, помоги. Вай, менты на хвосте, вай, менты. И откуда они? Я прибавил на газ, но они не отстали. Значит, точно за мною погони спешат. И уже в микрофон мне кричат, тормози. Включают мигалка на 140. Все к обочине жмутся у нас на пути. Я 170 выжал и понял, баран. Так ведь мне никогда ведь от них не уйти. Я попробую их замотать по дворам. И шарахался в стороны с визгом народ. Ай, какие водители в милиции пошли. Раз 500 не вписались они в поворот. Все заборы, подъезды и урны снесли. И отстали они на 16:00. Кого захотели догнать по дворам. Я косяк забиваю, машину тормошу. Выхожу из салона, смени номера. Вдруг смотрю, что такое, как будто бы хвост у мужчины моей вырастал из дыра. Пригляделся получше, да это же труп. Ржавый бампер на нем, ай, какая беда. И забрали менты мой новенький Вольво. Килограмм анаша, хулиганы в милиции пошли. Я всегда говорил, что гаишники никогда не могут рулить машины или машинить за рулем. Если вам в доме досаждают комары, отловите их. Оторвите им хоботок, оторвите им жужжалку. И пусть себе летают молча редиски злые и голодные. Жениться я как-то с расчетом решил. И вечером гуляя по центру, богатой девчонке он подкатил. И предложил ей руку и сердце. Ерунда, что она ужасно полна. И уши оттопырены сразу. Да зайдет даже то, что хромая нога. И отсутствие талии с тазом. Слышу. Секс-бомба, ага. Ну и что, зато как я рад. Секс-бомба, ага. Ведь папа ее офигительно богат. Секс-бомба. Буду на Канарах отдыхать. Секс-бомба, ага, ага.
Надо, товарищи, срочно к папе знакомиться, вижу. А что было дальше? Дальше было вот так. На следующий день я к ним в гости шагал, веселенький мотив напевая. О папином наследстве он радостно мечтал. Но я понял, что я пролетаю, ведь на мне был очень голимый прикид, и майку не стирал я ни разу. Папаша, если вдруг на меня поглядит, то выставит за дверь его сразу. Выглядеть очень крутым чуваком. Богатого лоха он встречает, по морде лихобью ему кулаком, и до трусов его раздевает. Ведь он должен выглядеть как Бельмондо, что папе понравится сразу. Барсетку и мобилку беру я у него, и забирает костюмчик и галстук, и галстук в горошек забрал. Теперь я нищак один. Счастливый, в руках билет. Я в гости бегу скорей. Dance people, dance on. И настежь мне семь дверей. Move your body, move your cutie. Сбился опять, губа заплелась. А что было дальше? А что было дальше? Дальше было проходи вот так. Проходи скорей, наш будущий зять. Услышал я от мамочки фразу. Надо папу с работы немного подождать, и откроем шампанское сразу. Прождали мы папу два с лишним часа, и наконец-то он заявился. Он был одет в одних зеленых трусах, и синяк под левым глазом светился, как лампочка Ильича. О, или как прожектор перестройки. Ха-ха, товарищи. Нам, это он, он. Я узнал тебя, негодяй. Фулиган в моем пиджаке, в моем пенсне, с моей мобилкой. Держите этого фулигана. Милиция. Это он. Разобьете мое пенсне, участковый! Вот так и всегда, Шарамов. Как только поймают какую-то гопоту, сразу участковый. Ба, знакомые все лица. Это же внучатый племянник Кирпича и внук Маньки Облигаций. В связи с увеличением массы тела, Моника Левинский подала очередной иск против Билла Клинтона. На этот раз она утверждает, что бывший президент США не предупредил ее о калорийности употребляемого ею продукта. Помню, помню, мальчик, я косой. Долго попадал в большую дырку. Не получалось ему попасть ни в маленькую, ни в большую дырку. Девушка, пыхтевшая со мной, рядом кряхтела какая-то девушка, оказалась страстною и пылкой. Она оказалась очень страшной и горячей. Девушка, пыхтевшая со мной, наверное, была температура у нее, оказалась страстною и пылкой. Ух ты, а! Ух ты, в дырку я попал. Наконец-то я нашел ее, мою лохматуху. Надо ж, да, наконец-то получилось. Мне никогда так не было хорошо. Это ключ замочный я втыкал в дверь, что наконец уже открылась. Хотя наконец пришло совершенно другое чувство. Это ключ замочный я втыкал. Ух ты, ах ты, все вы космонавты. Дверь, что наконец уже открылась. Когда открылась дверь, он увидел перед собой четырех эсэсовцев и двух пожарников. Это его племянники играли в войнушки. Пиф-паф раздавалось то там, то сям. Иногда взрывались гранаты и тюбики с борщом. Наконец в квартиру я зашел. После того, как он вполз в свой дом, девушке своей сказал спасибо. Он поблагодарил свою девушку за то, что она пришла с ним, и попросил ее пригнуться. И мы с ней расстались.
чем. Пули свистели вокруг головы, они пробирались к спальне ползком. Подарил я Пушкина ей книгу. Вот подарил ей Майн Кампф. И мы с ней расстались горячо. Он ее выгнал пнями, спасая ее жизнь от своих племянников. Подарил я Пушкина ей книгу. И глядя в закопченное лицо ее, я ей подарил книжку о том, как делать красивые белые зубы. Я сейчас расскажу одно старое предание. Оно настолько печально, что заставит прослезиться. Было у царя три сына, милашки, и пришло им время жениться. Вышли они в чистое поле. Пустил стрелу средний сын и попал в спину старшему. Ничего не поделаешь, такова селяви. Пришлось жениться. Пили пиво, ели боблу. Разговаривали громко. Что о чем? Я о комбайнах. Дед по нас орал все громче. И размахивая кружкой, товарищи, вспоминал, как гнездил немцев в 45-м под Москвой однозначно. Помню, как сейчас все было. Бью по танку кулаком я. Башня тут же отлетает. В танке Борман с кружкой пива. Хватит вратом однозначно, подонок. За лохов нас шо ли держит? Да я правду говорю вам. Ну налей мне еще пива. Ну выпьем. Наливаем. За героя. Мы стояли у пивнушки, догонялись с русской водкой и орали еще громче. Что о чем? А я о собачках. Дед горланил всех громчее про дугу, подкинник с бером. Как он семь дивизий немцев мясорубкой отметелил. Но его никто не слушал, потому что в это время из угла за гастрономом приближался грохот страшный. Это немцы в гермошлемах, бронетанках и пехота появились мгновенно перед нами. Все, ульбец, блин! В журнале «Техника молодежи» говорилось о том, что некоторые вещи могут заново материализоваться. Это все из-за того, что дед наговорил нам слишком много. Вот немцы и материализовались из прошлого и прошли так называемую временную дыру. Дед по нас, увидев фрица, весь обмяк, упал на землю. Под себя опорожнился и в конвульсиях забился. А тусовка алканавтов, товарищи, нифига не испугалась. Как накинулась на фрицев, стали бить их сапогами. Полетели мясорубки и бутылки из-под водки. 8 немцев, если осталось, навертили гастронома. Каски, шмайсеры, винтовки разлетелись повсюду. Немцы жалобно визжали, расползаясь по округе. Как говорил дедушка Ленин, это очень было весело. Католики, идиоты, болваны, вы покалечили 7 лучших актеров. Я повторяю, 7 лучших актеров покалечили в обеденном перерыве между съемками фильма про Отечественную войну. 15 суток за хулиганство. Одну минуточку, можно чуть-чуть помедленнее, я записываю. Оно мне уже так все пригрузило, еще и собачка моя куда-то пропала. А, кстати, в детстве, я помню, в плеере, как же он назывался, «Поносник». Во, в этом в «Поноснике» слушал классную, знаете, песню. «Журавли», как же там, какой-то текст такой был красивый. «А журавли летят над нашей зоной, ла-ла, ла-ла-ла-ла». Вот. Во-первых, не журавли, а хомяки. Во-вторых, обойдешься без этой ватрушки. Я ее сам хочу сейчас Володя, съесть. А хомяки же они не летают, у них крыльев, знаешь, у них нету. И как его,
флюзеляж анимас. Все правильно, ползут, иди отсюда, я сам спою эту песню. Господи, как красиво они ползли через нашу зону, где мы с Йосей сидели в ссылке. Хомяки ползут по нашей зоне, товарищи. Хомякам преграды нет пути. Уйди отсюда, плешивый бабуин. Что? Я говорю, иди отсюда, гегемон пролетариата. Я сам спою, я любил петь и люблю петь. Два раза в филармонии был. Да, я совнарком, точно. Землю крестьянам, а мне водки официант. Уйди отсюда, плешивый бабуин. Именно так там и белый смешно. Ты меня взял за душу, мать твою. Странно, я не думал, что ты моя мама. Но забор высокий, знай, не пускает. Миша, ты что, маленький ребенок? И колючка в несколько рядов. Все под забором лазишь. Как же превратиться, знай, я мечтаю. И я мечтаю, товарищ! Маленьких, пушистых хомячков, ну хотя бы в одного. Ты свою морду в зеркале видел? Плачу в дальних камерах, девчонки. Можно подумать, что там мальчок. Тоже хомячками хочут стать. Хочут! Конвоирую наму мальчонки. О, да, да, хвостиком продолжайте. Это уже начинает мне нравиться. Мальчонки. Конвоирую наму мальчонки. Мальчонки! Хвостиком и гриво, знаки, помахать. По-доброму, чтобы было. Даже самый строгий надзиратель с нежностью глядит на хомяков. Мы же гуманный народ. Как и все, знаки, он гадина мечтает. Пока твою, отдайте мне, пожалуйста, водочки. Стать пушистым маленьким вот таким вот зверьком, чтобы было по-доброму. О, товарищи! Я только что за тебя придумал архигениальный припев к этой чудной песнике. Хомяки, хомяки, нет преграды вам в пути. Хомяки, хомяки, вы должны нам помогти. Everybody yesterday. Хомяки, хомяки, everybody yesterday. Вы свободны, словно птицы. Товарищу Ленину больше не наливайте. В течение 5 минут. А то еще обидится. А вот знаки, стульями в меня кидаться, няки, не надо. Ой, я смотрю, что это за фуражки здесь набежали. Куда вы понесли Володю? Володя, товарищи вот в серых фуражках, положите, пожалуйста, на место Владимира Ильича. И куда вы меня тащите? Враги перестройки. Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, выходи по одному. Хватит ломать в этом кабаке народную мебель. Бутылки, огурцы, сардельки на снег. Я сказал, закуску на снег. А сейчас горбатый Шарапов. Режи их всех! Куда вы меня тащите? Враги перестройки! Я сказал, горбатый!